Чувашия присоединилась к всемирному призыву спасти детские жизни на дороге. Накануне в мире стартовала третья глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. В каждом регионе России сейчас формируется детская декларация безопасности, которая станет ярким призывом к участникам дорожного движения не губить никого на дороге. И сегодня по всей России прошли массовые флешмобы «Будь ярким, стань заметным», направленные на популяризацию использования светоотражающих элементов, которые с 1 июля становятся в нашей стране обязательными к ношению. Студенты юридического факультета Чувашского государственного университета придумали и поставили танец, который исполнялся почти в полной темноте и наглядно продемонстрировал спасительный возможности пешеходных светоотражателей.